Добрый вечер, уважаемые онлайн-слушатели. С вами, как обычно, Сергей Багрей, менеджер-аналитик официального партнера компании «Альфа-Рив» в городе Кишинев, Республика Молдова. Если меня хорошо слышно, хорошо видно, подтвердите, пожалуйста, одним плюсиком. Напомню, для того, чтобы вы могли задавать мне вопросы в чате, вам необходимо будет войти в личный кабинет. А в случае, если у вас нет личного кабинета, вам необходимо будет пройти регистрацию на сайте alpari.ru, благодаря которой вы получите ряд преимуществ и полный доступ к офис-сервисам компании Альпари. Тема нашего семинара – анализ текущей рыночной ситуации на основе уровней Фибоначчи. Мы с вами сегодня проведем анализ по основным кросс-курсам, но в конце семинара, как обычно, можно будет обсудить все ваши вопросы и пожелания. Итак, вижу вашу реакцию, вижу ваших плюсиков. Всем большое спасибо. Ну что ж, пора начинать. Приступим. Итак, откройте, пожалуйста, график валютной пары евро-британский фунт. Таймфрейм 1 час. Именно с этой валютной пары мы с вами начнем сегодняшний обзор. Итак, тренд бычий, тренд продолжает развиваться, валютная пара продолжает торговаться с повышением. На данный момент обращаю ваше внимание на то, что актуальная волна импульса началась минимум 14 сентября, завершилась на максимум также 14 сентября. Необходимая нам коррекция состоялась при достижении уровня 0.8510. Как раз при достижении этого уровня и нужно было покупать. Ну что ж, те, кто сумели открыть ордер на buy, на данный момент в рынке с профитом и в ожидании продолжения тренда. Стоп-лосс нужно было выставить ниже волны импульса, ниже уровня 0.8450. Размер стоп-лосса 60 пунктов. Ну а то, что касается цели, учитывая то, что мы с вами соблюдаем правила money management, учитывая то, что мы с вами должны зафиксировать прибыль как минимум в полтора раза больше, чем размер стоп-лосса, я ожидаю рост валютной пары евро-британский фунт до уровня 161.8 по расширению Фибоначчи. Ожидаемая цель 0.8660. Размер тейк-профита 150 пунктов против стоп-лосса в размере 60 пунктов. Соотношение 1 к 2, даже чуть больше. Опоздавшим также рекомендую рассмотреть открытие ордера на покупку только при достижении уровня 0.8510. Пока что больше нечего добавить, так что идемте дальше, рассмотрим валютную пару евро-швейцарский франк. В данном случае ситуация не поменялась, тренд по-прежнему медвежий. Открыть ордер на продажу нужно было при достижении уровня 1.0845. Хочу обратить ваше внимание на то, что основная медвежья волна началась максимум 9 сентября, завершилась на минимум 13 сентября. Несмотря на то, что после того, как состоялась необходимая нам коррекция на 50%, коррекция продолжилась, несмотря на то, что рост продолжился и БКМ даже удалось обновить максимум 9 сентября, все-таки тренд не сменил направление. Подтверждающие сигналы о смене тренда мы с вами так и не получили. Почему? Потому что в день 14 сентября, когда как раз БКМ и удалось обновить максимум 9 сентября, закрытие дня оказалось ниже. Этим самым подтверждающий сигнал о рождении бычьего тренда мы с вами так и не получили, поэтому мы с вами продолжаем торговать по медвежьему тренду. 1.0945 – это уровень, при достижении которого нужно было продавать. Вот уже на протяжении 4 дней подряд валютная пара продолжает торговаться вокруг этого уровня. Сегодня опоздавшие вновь получили возможность открыть ордер на sell. Сегодня, несколько часов назад, уровень 1.0945 вновь был достигнут, но все-таки на этом уровне как раз быки встретили сопротивление, и валютная пара развернулась и продолжает торговаться с понижением. То, что касается цели, мною были растянуты расширения Фибоначчи. Ну что ж, учитывая то, что стоп-лосс должен быть выставлен выше уровня 1.0990, учитывая то, что размер стоп-лосса составляет 45 пунктов, то ожидаемая цель расположена на уровне стопа расширения Фибоначчи. В данном случае мы с вами сумеем зафиксировать прибыль в размере 65 пунктов, примерно в полтора раза больше. Ну и для тех, кто готов держать свою позицию на более долгий срок, последняя цель расположена на уровне 161.8 по расширению Фибоначчи, цена 1.08.10. Далее рассмотрим валютную пару евро-японскую иену.
Ну что ж, вы все сами видите, тренд продолжает развиваться, валютная пара продолжает торговаться с понижением. Те, кто в рынке, с профитом плюс 95 пунктов и в ожидании продолжения тренда. Также хочу обратить ваше внимание на то, что подтверждающий сигнал о смене тренда, о рождении медвежьего тренда, мы с вами получили в день 12 сентября. Так как именно в этот день медведям не только удалось обновить минимум 9 сентября, но и закрытие дня оказалось ниже. На основе этого мы с вами растянули линии Фибоначчи, определили уровни коррекции, определили уровень, при достижении которого нужно было продавать. И это как раз случилось в день 13 сентября. Именно в этот день уровень 114.95 был достигнут. И опять же, несмотря на то, что валютная пара продолжила торговаться с повышением, несмотря на то, что два дня подряд валютная пара торговалась с повышением, уровень стоп-лосса не был достигнут. Стоп-лосс у нас должен быть выставлен только выше волны импульса и выше уровня 116.10. Поэтому те, кто выставили стоп-лосс по правилам, в принципе, остались в рынке и на данный момент с профитом и в ожидании продолжения тренда, в ожидании снижения евро по отношению к японской иене. Хочу также обратить ваше внимание на то, что наша цель расположена на уровне 161.8 по расширению Фибоначчи. Только при достижении уровня 112.20 можно будет зафиксировать прибыль. При достижении этого уровня как раз мы с вами получим возможность зафиксировать прибыль в два раза больше, чем размер стоп-лосса. Мы с вами, выставляя стоп-лосс на уровне 116.10, выставили в стоп-лосс в размере 115 пунктов. А то, что касается тейк-профита, размер тейк-профита составляет 275 пунктов. Ну что ж, соотношение 1 к 2, даже чуть больше. Пока что больше нечего добавить, так что идемте дальше. Рассмотрим следующую валютную пару. Рассмотрим валютную пару британский фунт, швейцарский франк. Ну что ж, в данном случае давайте мы с вами все-таки проверим, состоялась ли смена тренда. Это очень важно. Почему? Потому что если все-таки смена тренда состоялась, то начиная с сегодняшнего дня нам с вами необходимо будет начать торговать по тренду, то есть по медвежьему тренду. Итак, последняя бычья волна, единственная, началась минимум 8 сентября. Минимум 8 сентября расположен по цене 1.28593, а закрытие вчерашнего дня на уровне 1.28585. Итак, 1.28583. Да, все-таки мы с вами получили подтверждающий сигнал о смене тренда, о рождении медвежьего тренда. Именно поэтому хочу обратить ваше внимание на то, что актуальная волна импульса началась с максимум 9 сентября, завершилась на минимум 14 сентября. На основе этого движения я сегодня ожидал коррекцию на 50%, но, как видите, такой коррекции не было. Пока что уровень 1.2895 таки не был достигнут, поэтому мы с вами продолжаем оставаться вне рынка. Тренд медвежий. Я надеюсь на то, что на следующей неделе нам рынок обязательно даст возможность открыть ордер на sell. Но пока что продолжаем оставаться вне рынка. Идемте дальше, рассмотрим валютную пару британский фунт, японскую иену. В данном случае все очень хорошо. В данном случае тренд продолжает развиваться, валютная пара продолжает торговаться с понижением. Но и те, конечно, которые открыли ордер на sell на данный момент в рынке с профитом и в ожидании снижения фунта по отношению к японской иене. Давайте мы с вами сперва вернемся по истории. Давайте мы с вами сперва рассмотрим момент смены тренда. Итак, обратите внимание на то, что последняя бычья волна
началась с минимум 2 сентября, завершилась на максимум также 2 сентября. И только после того, как медведям удалось преодолеть последнюю бычью волну, а это случилось в день 7 сентября, мы с вами получили подтверждающий сигнал о смене тренда, о развороте, о рождении медвежьего тренда. Необходимая нам коррекция на 50% состоялась чуть позже, в день 9 сентября. В этот день нам с вами как раз и нужно было продавать с уровня 136,90. Ну что ж, те, кто открыли ордер на sell, примите мои поздравления. Вы получили возможность открыть почти что идеальную сделку. Цена сразу же ушла в нужном нам направлении. Максимальная просадка составляла около 25 пунктов. Ну что ж, то, что касается цели, я ожидаю снижения фунта по отношению к японской иене до уровня стопа расширения Фибоначчи. Осталось недолго. Ожидаемая цель расположена на уровне 133,40. Минимум сегодняшнего дня был на уровне 133,67 примерно. Ну что ж, еще около 40 пунктов, и мы с вами получим возможность зафиксировать прибыль. То, что касается опоздавших, то, что касается тех, кто открыли ордер на sell на основе второй медвежьей волны, она началась максимум 9 сентября, завершилась на минимум 13 сентября. Так вот, необходимая нам коррекция на 50% состоялась при достижении уровня 135,80. Открыть ордер на sell можно было в день 14 сентября, можно было вчера в день 15 сентября, а сегодня уже было поздно. Сегодня такой цены не было, поэтому те, кто не успели, остались вне рынка. А те, кто в рынке, с профитом и в ожидании продолжения тренда. Заодно давайте я растяну расширение Фибоначчи для тех, кто сегодня, для тех, кто открыли ордер на sell на основе второй медвежьей волны. Ну что ж, те, кто открыли ордер на sell с уровня 135,80, рекомендую зафиксировать прибыль. В принципе, уже нужно было зафиксировать прибыль при достижении уровня 134,00. При достижении этого уровня вы получили возможность зафиксировать прибыль в размере 180 пунктов. Ну а те, кто все-таки еще в рынке, те, кто еще не сумели зафиксировать прибыль и готовы держать открытую сделку на более долгий срок, последняя цель расположена на уровне 161,8 по расширению Фибоначчи. Ну что ж, основная цель 132,30. Ну что ж, пока что больше нечего добавить. Идемте дальше, рассмотрим валютную пару, швейцарский франк, японскую иену. Итак, в данном случае тренд по-прежнему медвежий. Несмотря на то, что в день 14 сентября БКМ удалось обновить максимум 9 сентября, как раз с максимум 9 сентября и началась последняя медвежья волна, актуальная на данный момент. Так вот, обратите внимание на то, что все-таки закрытие дня 14 сентября оказалось ниже максимальной цены 9 сентября. Этим самым мы с вами так и не получили подтверждающий сигнал о смене тренда, о развороте. Тренд медвежий. Необходимая нам коррекция на 50% состоялась при достижении уровня 105,00. Такой цены было сегодня, вчера и в предыдущие два дня. Поэтому те, кто сумели открыть ордер на sell на данный момент в рынке с профитом около 65 пунктов. Стоп-лосс рекомендую выставить выше волны импульса, выше уровня 105,80. Ну а то, что касается тейк-профита, я ожидаю снижения франка по отношению к японской иене до уровня 161,8 по расширению Фибоначчи. Ожидаемая цель 102,70. Размер тейк-профита 230 пунктов. Нам осталось провести анализ по последним двум валютным парам. Речь идет о евро-австралийском долларе и евро-канадском долларе. Прежде чем мы с вами рассмотрим эти две валютные пары, я бы хотел в очередной раз убедиться в том, что всем все понятно, всем все доступно. Поэтому жду ваших плюсиков. Или же, конечно, если у кого-то из вас есть вопросы, пожалуйста, напишите об этом в чате. Я обязательно рассмотрю ваши вопросы и отвечу на все ваши вопросы и пожелания.
Игорь спрашивает, пятница, стоит ли оставить позиции на следующую неделю? Конечно, Игорь. У нас в основном сделки открываются на день, два, три. Редко, когда нам удается закрыть ордер в тот же день, когда и открыли. Поэтому, конечно, несмотря на то, что сегодня пятница, конец недели, несмотря на то, что в понедельник рынок может открыться гэпом, все-таки не стоит закрывать сделки. Раз мы открыли сделку, значит, мы с вами сумеем зафиксировать либо стоп-лосс, либо тейк-профит. Если, конечно, вы сильно переживаете за ваши открытые позиции, в принципе, можете выставить стоп-лосс в безубыток. Но опять же, в случае, если даже и рынок откроется гэпом, то, конечно, это вас не спасет. На самом деле, вот сколько мы торгуем по этой данной торговой стратегии, пока что вроде пятница нас не огорчала. Также давайте мы с вами заодно рассмотрим текущую ситуацию моего счета. Сегодня утром мы с вами провели анализ по основным валютным парам и металлам. Сегодня по многим валютным парам цена ушла в нужном нам направлении. Ну что ж, я в рынке с профитом, я в ожидании фиксации прибыли. Итак, на данный момент какая ситуация по моим сделкам? По валютной паре доллар США, швейцарский франк, прибыль плюс 37 пунктов. По валютной паре австралийский доллар, доллар США, прибыль плюс 19 пунктов. По евро-доллару 89 пунктов. По валютной паре новозеландский доллар, доллар США плюс 30 пунктов. И вот самая прибыльная сделка, это как раз британский фунт доллар США, 135 пунктов. По иене плюс 8 пунктов и по канадцу 47 пунктов. Ну что ж, пока что общий результат плюс 372 доллара. Ну что ж, если, конечно, нам с вами удастся закрыть эти ордера по тейк-профиту, конечно, мы с вами сумеем не только компенсировать полученный убыток в начале этого месяца, но и сумеем зафиксировать прибыль. Пока что по металлам я все еще вне рынка, так как необходимая нам коррекция на 50% еще не состоялась. По британцу вот уже 140 пунктов. Ну что ж, как говорите, мой прогноз оказался верным. Мне удалось открыть почти что идеальную сделку с уровня 1.3240. Просадка не была большой. Максимум цена ушла против примерно на 40 пунктов, но все-таки в итоге цена развернулась и продолжает торговаться с понижением. На данный момент текущая цена 1.3100. Take profit у меня выставлен на уровне 1.3070. Ну что ж, еще снижение на 30 пунктов, и мне удастся зафиксировать take profit. Светлана пишет, иена как-то не очень смотрится. Возможно, да, но опять же, если посмотреть иену, пока что по иене тренд все еще медвежий. Да, сегодня в основном валютная пара торгуется в боковом диапазоне, но опять же, тренд медвежий, поэтому если не сегодня, то завтра, послезавтра я все-таки ожидаю продолжения тренда. Но опять же, если даже и не случится снижение, если снижение не состоится, значит, мы с вами в итоге получим стоп-лосс. Конечно, не без этого. Стоп-лоссы были, есть, будут. Нельзя торговать без стоп-лосса. В принципе, я, по крайней мере, не знаю трейдера, который может торговать без стоп-лоссов. Они всегда были, есть и будут. Но опять же, главная наша задача – это компенсировать полученные убытки по стоп-лоссам и зафиксировать положительный результат. По крайней мере, нам пока что это удается вот уже на протяжении 4 месяцев на этом счете и по данной торговой стратегии. Ну и давайте мы с вами рассмотрим последние две валютные пары. Евро-австралийский доллар и евро-канадский доллар. По валютной паре евро-австралийский доллар тренд бычий. Состоялась необходимая нам коррекция на 50%. При достижении уровня 1.4965 нужно было покупать. Те, кто в рынке на данный момент в просадке, цена все-таки ушла против. Не намного, примерно на 45 пунктов. Стоп-лосс рекомендую выставить ниже волны импульса, ниже уровня 1.4830. Размер стоп-лосса 135 пунктов. Ну а то, что касается цели, учитывая то, что коррекция состоялась, не могу сказать
если завершилось. Почему? Потому что час еще не закрылся, поэтому в любой момент минимум сегодняшнего дня может быть обновлен. Но опять же, если предположить, то, что все-таки коррекция завершилась на минимум сегодняшнего дня, и рост продолжится как раз минимум сегодняшнего дня, то в данном случае я ожидаю рост валютной пары евро-австралийский доллар до уровня 100 по расширению Фибоначчи. Цена 1.5150 и последняя цель расположена на уровне 161.8 по расширению Фибоначчи, цена 1.5310. Ну и то, что касается последней валютной пары, речь идет о евро-канадском долларе. В данном случае тренд по-прежнему бычий. Коррекция на 50% состоялась. Открыть ордер на buy. Нужно было с уровня 1.4805. На данный момент те, кто в рынке в просадке, просадка небольшая, минус 15 пунктов, стоп-лосс рекомендую выставить ниже волны импульса, ниже уровня 1.4730, размер стоп-лосса 75 пунктов. Ну и то, что касается цели, я ожидаю рост валютной пары евро-канадский доллар до уровня 161.8 по расширению Фибоначчи, цена 1.4960. 1.4960 это как раз и есть наша основная цель, уровень, при достижении которого мы с вами получим возможность зафиксировать прибыль почти что в два раза больше, чем размер убытка. Андрей просит прокомментировать, пожалуйста, валютную пару доллар США, швейцарский франк. Ну что ж, давайте мы с вами тогда вернемся к этой валютной паре. Если есть еще какие-то вопросы, пожелания, пожалуйста, напишите об этом в чате. Я готов рассмотреть и ответить на все ваши вопросы и пожелания. Итак, вернемся к валютной паре доллар США, швейцарский франк. Андрей, обращаю ваше внимание на то, что тренд бычий. Рождение бычьего тренда состоялось в день 8 сентября. Именно в день 8 сентября быкам удалось преодолеть последнюю бычью волну. Ну и после того, как день закрылся выше максимальной цены 7 сентября, мы с вами получили подтверждающий сигнал о рождении бычьего тренда. Открыть первую сделку на buy нужно было при достижении уровня 0.9745. На самом деле это как раз есть единственная сделка. Как видите, я в рынке на buy с уровня 0.9745. Стоп-лосс у меня выставлен ниже волны импульса, ниже уровня 0.9680. Размер стоп-лосса 65 пунктов. Опоздавшие получили сегодня возможность вновь открыть ордер на buy с уровня 0.9740. Вот как раз при достижении этого уровня сегодня и нужно было покупать. Те, кто в рынке, пока что с профитом, в ожидании продолжения тренда, в ожидании роста. Ну а то, что касается цели, я ожидаю рост валютной пары доллар США, швейцарский франк до уровня 0.98, даже до уровня 0.9900. Размер take профита 155 пунктов против стоп-лосса в размере 65 пунктов. Предполагаемый рост, ну что ж, я уже озвучил цель 0.9900. 0.9900 – это основная цель. Это как раз уровень, при достижении которого мой ордер закроется по тейк-профиту. Ну что ж, в конце семинара хочу напомнить о том, что в этом месяце, 20 сентября, я вновь проведу курс на тему «Главное правило успешного трейдера». На этом курсе я вам расскажу о том, как торгует успешный трейдер, я вам расскажу о том, как стать успешным трейдером и как добиться успешных результатов. Более того, те, кто получит доступ к этому курсу, а для того, чтобы получить доступ к этому курсу, вам необходимо будет пополнить счет на $500 и подать заявку на сайте alperia.ru, вы узнаете о том, как открыть сделку с минимальным риском, как добиться успешного результата и, более того, как открыть сделку, рискуя всего лишь $1, а заработать вы сумеете $5 или даже $10 в некоторых случаях. Поэтому не упустите возможность ознакомиться со всеми секретами успешных трейдеров. У меня на этом все. К сожалению, времени больше нет. Я надеюсь на то, что всем все понятно, всем все доступно. Хотел бы увидеть в очередной раз вашу реакцию, ваших плюсиков. И на этом попрощаемся.
Ну что ж, я так понимаю, вопросов нет. Всем все понятно, всем все доступно. Следующий семинар состоится в понедельник утром в 10:00 по Москве. В это время у нас, как обычно, запланирован обзор по основным валютным парам и металлам. Я надеюсь на то, что до понедельника в 10:00 наши ордера будут закрыты по тейк-профиту, хотя бы часть. Ну и, конечно, мы с вами сумеем увеличить баланс нашего счета. С вами, как обычно, был Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании «Альпари» в городе Кишинев, Республика Молдова. Всем желаю хорошего дня, хорошего вечера, удачи во всем, берегите себя. До скорой встречи, до свидания.